Дождь идет в лесу, я в руке несу полное ведро больших грибов. Собрать их помогла ты на поляне той, где гуляли раньше мы с тобой. И нам пора, пора домой, уже пора идти домой. Дома будем мы изучать грибы, смотреть в интернете форумы, как их там варить, жарить и солить, и в теплице как их вырастить. Наши грибы, которые собрали мы. Вот один знаток на форуме помог определить грибы по фотосмог. Пишет: не жалей, выкинь их скорей, так как несъедобны те грибы, которые собрали мы, которые собрали мы. Многое теперь знаем о грибах, зависаем мы на форумах. Виртуальный быт лес почти забыл, только иногда лишь вспомним мы наши грибы, которые тогда собрали мы.